Привет, меня зовут Ася Занегина, я литературовед, искусствовед, лектор ряда московских площадок и веду свой YouTube-канал о литературе. На выставке Дали и Пикассо очень много работ этих художников на сюжеты мировой литературы и мифологии. И, конечно, без пояснений профессионала тут сразу не разберешься, но я вам помогу. Например, я познакомлю вас с историей испанской литературы, чтобы вы лучше поняли работы Дали и Пикассо, посвященные великому Дон Кихоту. Расскажу, с какими литературными героинями Пабло и Сальвадор сравнивали своих любимых женщин. Вы узнаете о любимой книге Дали и о том, как он понимал мазохизм. О том, как Дали иллюстрировал ад и на каких скандальных и великих произведениях он основывался. Вы окунетесь в сюрреалистический сборник стихотворений «Алкоголи», чтобы глубже понять произведения сюрреалиста Дали, а также узнаете, почему Пикассо так любил собор Парижской Богоматери, что даже назвал свою домашнюю козу именем Эсмеральда. В общем, буду ждать вас на своих экскурсиях, будет интересно и ярко, это я вам обещаю.